Как известно, сакура очень почитается в Японии. И существует такая легенда, ну и такое вот поверье, что сакура себя впитывает радиационные вещества, вот это вот поле излучения, когда было сброшено после Второй мировой войны, в конце были сброшены бомбы на Хиросиму, Нагасаки. Японцы верят в то, что сакура какую-то часть радиации берет на себя. И поэтому вот эта пьеса, она такая вроде бы грустная, но в то же время не просматривается красота и мелодичность японской культуры.